ходе широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления наркоконтроля «Главка» совместно с коллегами из Воронежской области был задержан 22-летний житель Воронежа, у которого при досмотре оперативники обнаружили и изъяли около 2 килограммов синтетики. А что это за наркотические средства? Как они у вас оказались? Скорее всего, соль. Оказались у меня... Я работал на интернет-магазин. Пришел адрес с закладкой, я забрал ее. Где? В Московской области. Что вы должны с ним сделать? Положить в Саратовской области также с закладкой. По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках уголовного дела на территории лесопарка «Кумысная поляна» сотрудники полиции обнаружили и изъяли тайниковую закладку с наркотическим веществом синтетического происхождения массой более 1 килограмма. А несколькими днями ранее стражи порядка остановили отечественную легковушку под управлением 23-летнего саратовца. В машине были почти килограмм гашиша и около 40 граммов кокаина. Теперь задержанному грозит максимально до 20 лет лишения свободы. Андрей Багаев, Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.